В экспозиции лишь малая часть раритетов, которые есть в Музее народной культуры. Лично меня сразу привлекают вот такие наряды. Так одевались невесты в 18 веке в Рокитянском и Ивнянском районе. Это костюм с сарафанчиком и шубкой, под которой обязательно нужно было носить вот такую вот рубаху с кисейными рукавами. Ее шили сами невесты, либо их мамы. И очень сложно поверить, что так сохранилось изделие спустя как минимум 150 лет. Сотрудники музея расскажут о каждой детали костюма. Спинка обильно декорирована, бретельки и верх спинки позументом, а по низу подола, по краю подола, посмотрите, бахрома золотная с катюшками. Вот так они их называют, вот эти вот подвесочки. Здесь традиционные народные костюмы Белгородчины и соседних регионов. Например, наряды на первый и второй день свадьбы этнической группы щекунов – редчайшие экспонаты. Откуда они, расскажут сотрудники на выставке. А мы заметили, что наряду с раритетами из прошлого – прялками, рушниками и коврами – в экспозиции то, что, несомненно, станет раритетом в будущем. Эта работа выполнена староскольской мастерицей Валентиной Бочаровой специально для музея. А это панно уникально не только художественным вкусом и мастерством, но и тем, что здесь из маленьких лоскуточков собраны сюжеты экспозиции старого здания Музея народной культуры. Нет сомнения, что история останется на этом полотне. Отдельное место занимают в экспозиции работы по дереву наших белгородских авторов. Например, это фруктовая ваза. Резьба, выполненная по славянским канонам и тем, что эта ваза выполнена из цельного куска дерева. То есть нужно было все очень четко рассчитать и очень тонко работать для того, чтобы не повредилась структура дерева и чтобы ваза получилась действительно цельной. Познакомиться с коллекциями, которые собраны во время этнографических экспедиций по Белгородской области, можно будет до 30 июня. Екатерина Ковалева, Евгений Титов. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.